гостями. Скажем им здравствуйте. Здравствуйте. Привет, мама, все? Привет. Все, поздоровались? Ребят, посмотрите, как у нас красиво в зале. Наш зал превратился в осенний лес. Вам нравится? Да. И мне тоже нравится. Осень по дорожке ходит не спеша. Под ногами осени листики шуршат. Хмурая погода, дождик на дворе. Птицы улетают в стаи в сентябре. Ребята, теперь вы расскажите стишок. Кричи вороном лебедкам. Кричи вороном лебедкам. Жу-пожар, жу-пожар. А было просто осень, но поселилась осень. Хочет ложки на дорожке, помочила в лоси ножки. Лудости нет по свету, а терялось это лето. Под ногами кок новый, но тоже кленовый. Симбион будет осенний, как он явно и там вот. И на солнце золотое он немножечко похож. Молодец. Thank you.
что принести письмо детям Твосиняна. Давай узнаем, что же нам осень написала. Да. Так. Это письмо. Письмо, да, от осени. К вам с любовью отношусь, но немножко задержусь. Без меня не скучайте, а загадки отгадайте. Готовы? Да. Слушайте внимательно. Весь мир согревает, усталости не знает. Улыбается в оконце, а зовут его... Солнце! Солнце, конечно же, правильно. Ой, тут и подсказка, да, у вас есть? Да. Ну, давайте веселиться. Давайте, берите все за ручки. Ребята, грибочки.
от осени. Хмурая, мохнатая и водой богатая. Нам не нужно ее бить, все равно ей слезы лить. Дождь! И дождик. Правильно, а сейчас нам Катя прочитает стишок про дождик. Выходи, Катюш. Дорога, молоками натекли, отчипали рога. Как осенние грибы, зонтики выносим, потому что на дворе тебе осень. Как Захар, вставай скорее. Саша. Большой
письма от осени прочитали? Да. Загадки угадали? Да. Пора ее позвать? Да. Давайте. Назовем осень, ау скажем. Давайте. Thank you.
ребята, я созрела. Соком литое, сладкой капой. Меня вы открываете, и мой вкус узнаете. Яночка просит, чтобы мы его открыли. Волшебное, да, наверное? Да. Мы открываем нам его, шляпку откроем. До свидания, Осень. До свидания.